Друзья, всем привет! Наконец-то сегодня вышло новое видео о нашем последнем походе, о нашем крайнем, точнее, походе в лес. Не снимаю в связи с тем, что то не позволяет погода, то просто некогда, потому что в основном сбор происходит у нас в горах, по перевалам, потому что в ближайших лесах к нашему городу грибов почти нет. Уезжаем далеко, скачем по невероятным маршрутам, камеру просто иногда достать некогда. Сегодня раннее утро, мы в лесу. Это опять-таки перевал, и сегодня я решила снять для вас видео. Что попадется в этот раз, не могу вам сказать точно. Знаю, что будут лисички, потому что они есть, мы их вчера собирали. А бабки попадаются, но так как прошли дожди, они, конечно, в синей кондиции. А в основном сыроежка также попадается. Ассортимент, в принципе, большой, но таких грибов, которые мы не собираем. То есть это млечники, грузди, молочай, сыроежка всевозможных цветов и оттенков. Ищем в основном лесу. Лесу и посмотрим, что еще попадется. Где-то встречаются кое-где такие еще полудохлые белые, которые уже не возьмешь. В принципе, мы их тоже не собираем. Но все-таки надежда теплится в душе, что попадется что-то хорошее. Итак, у нас почти июль на носу, последние дни июня, жарко, комары, мошки, в лесу сыро. Как вы видите, это еще лес, это в горах, то есть это на вершине горы, видите, за мной вода. После дождя еще стоит много воды, очень сыро в лесу, комары просто не дают покоя. Пшикайся, не пшикайся, кусают все равно, хоть бы чем ты не обработался. Будем искать, будем смотреть, что есть, пойдемте гулять вместе с нами. Пока болтала, краем глаза увидела бабок. Неплохой, по-моему, достаточно. Ну да, свежий. Вылупился, так сказать, после дождя. Ну, положим его. Возьмем с собой, посмотрим, доедет, нет. Если что, выкинем. Ну, какой дубовичок тут в темноте спрятался на дорожке. Так вроде ничего, сверху хороший. А поднимаешь все. Там червячки и жители. Не берем. Идем, поднимаемся по лесу, высоко залезли на горку. Много молодой сыроежки, собираем только чистую, в основном вот эту вот зелененькую, вот это уже плохие, размокшие. Тут же по мху и лисички попадаются. Вот он обрыв, видите, какой прям несусветный. Вот лисичка, вон там еще прям лопушок, попробуем их срезать. Да, большая, хорошая. Немножко размокшая. После дождика. Неплохая. Это во мху прячется. Лисичка вся яркая, ее видно издалека. Такие желтые огни. Некоторые прячутся вот так. Темно еще в лесу, не видно ничего, конечно, все отсвечивает. Но что-то заметить можно, если случайно будешь идти и чуть не наступишь. Вот она. Под листвой бледнее, естественно, без солнышка. И кнопочка. Такие вот семейки, прям не то чтобы, конечно, вау, но хорошо. В моей корзиночке уже, в ведерке точнее моем, немножко пополняется. Даже вон белячок один попался. Белячок, сыроежка, лисичка. Ради интереса посмотрим качество сыроек. Чистая. Ну-ка, вторую. На удивление. Нет, это дырявая. Видите, 50 на 50. Эти грибы называются молочай. Съедобный, можно пожарить. Достаточно сладковатый привкус у них. Очень много и мелочи. И таких крупных экземпляров не берем. В принципе. Потому что если лисичка попадается, да, смысл брать другие грибы. Плохо видно, но смотрите, какое семейство попалось Наде. Тут получается под листьями и дальше, 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 дальше. Ого-го, целые плантации. Смотрите. Вот идет. И по кругу пошли лисички. Темно, ничего не видно. Белые-белые пятнышки. Ну,
парочка лисичек. Вот. Ах, как тут крутовато. Вот еще одна по кругу. Здесь еще несколько. Ага. Неплохой такой кружок лисички. Угу. Повезло. Лисички мокрые, жирные такие. Разбухли. Угу. Зато размером радуют. Не знаю, как некоторые любят маленькие гвоздики. Я люблю покрупнее, чтобы пожарить. Прячутся умело. Так и не увидишь далеко. Сливаются сейчас с листьями очень сильно. Все такое бледно-коричневое. Лисичка бледная. И на склоне не видно. Радует то, что растет группами. Что хотя бы не по одной. Ну, это плохая, прям уже нехорошая. После дождя есть процент пропавший. Прям такая, видите, немножко покрывается грибком. И паучок в ней живет. С лисичками я обожаю суп. Вот только с ними. Почему-то мне больше всего нравится. А суп я люблю на курином бульоне. Грибы зажариваю с овощами. А в конце добавляю сливочный сыр. Здесь кусок рододендрона. Какого возраста ее только нет. И молодая, и старая. И лопухи прям огромные, и размокшие уже. Смотрите, какая огроменная. Целый цветочек. Эти бледненькие, прям свежачок. Молочные прям. Такие красивые полянки встречаются. Яркие красные сыроежки, красивые. Прям красивая так она и называется, эта сыроежка. На зеленом мху и лисичка среди них. Здесь на склоне достаточно прям уже почаще встречается. Видимо, склон высокий. Мало кто сюда доходит. Здесь лисички и правда в разы больше. После дождя лезет молодая совсем лисичка. Молодая, кучерявая. Классная. Ну вот, как я и говорила, видите? Вот это вот все белое, это грузди, молочай. И их полно. Прям белыми такими пятнами вот по горе. Это все грузди, грузди, сыроежки. Бери не хочу. КамАЗ можно набрать, мне кажется. Ну а мы с вами идем дальше. Ползем в горку. Вот такие вон встречаются старики. Много белого, пропавшего. Когда он успел вылезти? Рядом лисички маленькие. Идешь, видишь одну. Обязательно посмотри рядышком. В листьях. Это вторая. Сломалась уже. Как успехи? Отлично. Попадается очень приличных размерчиков. И хорошая, тверденькая. Сейчас буду высыпать как-нибудь. Класс. Ой, классно, много мелочи попадается. Мелочи это вообще класс. На закатку в баночках будут кнопочки. Тоже хорошо. Прям в корнях. Не подлезть. Но у меня есть волшебный нож. Замечательно. И дальше. Ой, и дальше там тоже.
размер хороший, плотная, упругая, мясистая. Замечательно. Вот еще. И покоя не дают, выедают глаза. Пора одевать, наверное, уже москитку на голову. Как красиво спряталась возле тропинки в мху. Ну, любит она бугорки, любит мох. То есть лисичка не растет на плоской поверхности леса, там, где темновато, мало листвы. Или наоборот много. Видите, она любит мох, любит склоны. Именно у нас, за другие регионы не скажу. Но именно наше вот это вот предгорье, почти побережье. Так как здесь, конечно же, практически везде бугорки. Любит она именно так расти. Не знаю, слышно вам или нет, как рой. Просто рой окружил меня. Ай, жалит меня просто через одежду. Это какой-то ужас. Ничего их не останавливает. Вот все прелести летних походов за лисичками. То есть, так или иначе, ты будешь обкусан этими заразами. Ну, какая хорошая кучка. Даже вот такие вот белые попадаются. Видите, они уже плохие с жителями. Уже домик там организовали. Червячки и мошки оставим. И тут их несколько полянами прям встречаются старые. Вот еще один, вон червячок ползет. Привет! А вон дальше еще один, видите, там на заднем плане вон он. Тоже старый, старенький все. Ну вот тоже вроде ничего нет. Видите, ножка может еще и плотненькая, хорошенькая, а он уже еле держится, нехороший. Пара бабков попалась, смотрите, какие красивенькие на холмике. Не факт, что чистые, конечно, но красивые. Попался чистый белый. Угу. Видите, нога идеально чистая. Единственное, он сверху побит мошкой. Но вот эту вот мошку можно вымочить, убрать в соленой водичке. Или просто в проточной. Попался вороночник. Рожковидный, черная лисичка. Такими красивыми группами растут. Очень красивые грибочки. Очень жарко, комара просто безумно. Я вот стою, они просто у меня в ушах так звенят и кусают. Кусают, кусают бесконечно. Но есть грибы, и это самое главное. То есть, невзирая на эти укусы, на эту жару, в лесу нереальная духота. Дышать нечем. Ну, конечно, овраги такие, перепады вот эти все. Это все сырость, влажность всегда. Уловы радуют. Скоро, наверное, будем заканчивать, потому что уже очень устали. Но время еще пока только 10 утра. То есть вот начинаем мы сегодня, начали, наверное, с половины 6 утра, примерно около 6. И вот к 10 мы уже, в принципе, довольны. Вика меня зовет. Поднимаемся? Ну, наверх? Комары загрызли руку. Мы идем дальше, пока еще не заканчиваем. Гуляем по таким горкам, как вы видите, да, конца и края не видать. Это вверх, а это вниз. И вот так вот, там гора, тут гора, вверх-вниз, вверх-вниз. И по вот этим моховым склонам, мох, именно тут попадается лисичка. Мы уже тары свои наполнили, уже собираем в пакет. Смотрите, какой попадается вороночник. Вот она, лисичка. Вот так прячется в мху. Какая-то прячется, какая-то не прячется. Все, заполняем по второй таре. Уже устали порядком скакать. Но грибочки, конечно, радуют. Видите, какие экземпляры даже крупные попадаются. Такие-такие. А бабки попадаются, уже не берем, считай. Ой, нормально. Мы завершаем свою прогулку. Очень жарко. Вы же не пойдете. Не полезем. Хватит на сегодня. Теперь нужно еще обратно дойти до машины.